Всем привет! 19 сегодня сентября. Второй день у нас уборки сои на дальнем кордоне. Заехали мы на края, там, в общем, урожая слабо, центнеров 10-11. Тут вот еще не домолодили. Ну, участок, короче, тот сой уже не помнит, сколько лет. По севообороту, как только озимое подходит, обязательно что-то случается в плане обстановки. Поэтому в этом году тоже план посеять озимку. Ну, по обстановке тут ситуация непростая. Здесь вот на бугре прямо-таки неплохая соя. Сорт это Шуна. По большому счету, можно сказать, это товарного посева первый год. Ну, все у нас Шуной засеяно. Удобрений здесь не ложили. Гербицидная обработка одна. И вот именно на этом участке не сушили мы ее. Сушили локально. Края, есть там где-то у нас мочаки, такие места. Здесь не сушили. Влага идет где-то 9. Ну, здесь чуть получше, может 10. Здесь чуть скорость сбавим. Здесь вот наверху прямо соя такие приличные. Ничего там не увижу. Ну, соя в этом году, конечно, в наших краях не очень радует. Зеленое зерно проскакивает, зажарило ее. И сейчас сушь стоит. Где-то скорость вот у нас 5,5. Сейчас чуть на края, грубо говоря, по 6, там чуть похуже. Соломотряс почему-то прыгает, потери. Ну, по факту смотрели, не особо там потери. Обороты 310, вентиль где-то 680, но он плавает. Зазор деки 10. Этот даже вот приграничье работает отлично, автопилот. Вчера, правда, у меня ближе к вечеру на горе здесь сбился. Но он сбился, я назад сдал, и он одуплился, и опять по автопилоту я пошел. Автопилот, конечно, вещь в том плане, есть время, не надо тут крутить башкой, что в бункере, какие настройки комбайна, потому что, жарю, вот вентилятор почему-то плавает. Сейчас уже вот 690 разогнался. 650 поставил. А так урожай на том поле 20 гектаров, там центнеров 17, наверное, плюс-минус. Ну, тут в круг навряд ли такой урожай будет, потому что места разные. Сюда вот краю она, видно, уже на меньше пошла. Поэтому, хотя туда дальше она должна получше пойти. Я говорю, это участок тут по плану была пшеница. В позапрошлом году мы не посеяли, потому что тут как-то громко было. В прошлом году она по севообороту не получалось тут жениться. Ну и как-то вот этот кусок тут как гектар 25 на 30. Давно уже тут пшеницы не было. Но вот в этом году посмотрим, как она тут ситуация будет. Правда, тут в этом году по погоде жара, сушь. Ну вот, трещин нету. По сои трещин нету. Норма высева тут 550, грубо говоря. Где-то так. Ну, тут она видно, что она вот как-то послажа. Здесь вот ложбинка, если видно. Ложбинка тут. Раньше, когда свеклой занимались, здесь такие промывы были. Весной не всегда получалось заделать. Сейчас уже вот такой вот, ну, грубо говоря, здесь уже соя, пшеница, смыва нет. То есть промоина, ее только так на глаз чуть видно.